Приветствую всех, уважаемые друзья. Ну что, наконец-то добралась до меня, наделавшая много шума, так сказать, и положительного, и отрицательного, катушка от Биркинга, новинка, так сказать. Не знаю даже, что про нее говорить. В коробке вот так и было все, ни взрыв схемы, ничего. Надписи по минимуму. У меня 4000-ная. Вот всем, кому интересно, смотрите, сколько полезки. И все. И по факту с этой стороны то же самое. Минимум информации, что-то какие-то там картинки, шпули, фигули. Про количество подшипников как ни на самой коробке, так и на сайте ничего нету. Но тут уже многим понятно, по какой причине. Ну что, на вид, ну, я даже не знаю, что сказать. В принципе, за те деньги, которые я взял, там плюс купоны, плюс все это скидки, и она мне вышла меньше 1000 рублей в 4000-ном размере. Ну, на вид, конечно, она мелковатая. Это мы сейчас, конечно, сейчас все замерим. Ну, на мой взгляд, мелковато для 4000-го размера. По люфтам, ну, люфты тут так, кноп неразборный, это все вроде бы как бы, но это нарисовано, мне кажется, он по подшипникам, естественно, тут ничего нет, тут втулки, сразу видно, ручка есть, такой, ну, сами видите, небольшой люфт, ну, относительно небольшой, тут есть, ну, по шпуле продольный, небольшой, в пределах, думаю, нормы, тут тоже имеется люфт. У нас, ну, естественно, за такие деньги тут никаких подшипников под шпули ожидать не приходится. Одна регулировочная шайба, одна, по-моему, да, и судя по намотке из интернета, ее придется убирать. Намотка не особо, тут тоже по ходу дела на лесоукладывателе. Да втулка тут какая-то, ничего она особо не крутится. По-любому втулка. Сказать, сколько тут шарика подшипников, можно только когда разбирать. Но разбирать я ее не планирую, как вы уже, думаю, из названия поняли, что катушка эта заказывалась для розыгрыша, чтобы привлечь внимание к моему каналу. Открывать ничего не буду, понятное дело, для чего розыгрыш проводится. Фиксон тут тоже ожидать карбона не следует. Обычный фрик. Так, что у нас? Ну, стопор обратного хода нормальный. Вроде бы ничего. Что еще по ней сказать? Ну, давайте. А зря закрутил. Наверное, сначала все-таки ее, чтобы было наглядно, мы взвесим. Так. Так, 4000-ный размер у нас 267, ну, 265 грамм, грубо говоря. Так, это у нас вес ее. Сейчас померяем, что у нас будет по самой шпуле. Так, так, и так. Внешний диаметр у нее. Так, сейчас обнулим. 0. Так, внешний у нас составляет. О, извиняюсь, тут что-то инчи стоят. Сейчас мы. Нам инчи не нужны. Миллиметры. Все. Обнуляем. И у нас получается 5,6. Это внешний. Так, внутренний у нас ровно 28. Так, высота самой
44,1, и внутренняя, ну, почти 17. Так, это вот все ее, можно сказать, характеристики. По поводу, люди пишут, ну, блин, я не знаю, за такую цену, 4000-ную у нас в магазинах за 1000, так, можно, если только взять, действительно, фуфло. Это, конечно, не сказать, что прям супер-пупер катушка, но, думаю, при небольших нагрузках, при легких на такие удочки для спиннинга, думаю, она вряд ли сгодится. Ну, на удочку поставить, что, ну, хотя для удочки 4000-ный размер, ну, не знаю. Но все равно, у нас, я вот лично в своих магазинах соседних, если не ехать там в Воронеж, а в нашем небольшом городке, ну, за эту 1000 у нас только какие-нибудь кумьянги там, я не знаю, тоже гадость еще та. Ну, тут, ай, не знаю. Лучше бы они, конечно, занимались своими воблерами. Там у них еще вышли новые новинки катушек. Не знаю, что там будет. Они там подороже, лучше, не лучше. Ну, лично мое мнение, как сказать, неискушенного такого рыбака всякими шиманами и дайвами, ну, за свою цену пойдет. К тому же, плюс, тут еще вместе с ней идет вот такая вот штука. Это Ice Light. Ну, вернее, копия на Ice Light. Кстати, очень хорошая копия. Все тут, ну, ее, не знаю, не для нее обзор, но все равно бегло пробегусь. Такие, как их называю, якоряки хорошие. И у него, что мне очень понравилось, чтобы не путалось, все, они к телу магнитятся. Магнит такой, ну, я думаю, на проводке не будет срывать, а на поклевке он будет хорошо отскакивать. Выполнено, ну, не знаю, оригинал в руках не держал. Ну, во всяком случае, Биркинг в своем репертуаре. Все нормально. Плюс еще целый набор запасных хвостиков двух цветов. Тут они, по-моему, меняются элементарно. Тут вытаскивается, и все. Не то, что там на магалонах клеить, не клеить. Ну, считайте, 600 рублей он где-то стоит на сайте. Плюс катушка. Как по мне, ну, нормальный набор. Я, в принципе, даже не ожидал этого, потому что я знал, что на старте продаж они ложили, точнее, клали эти воблера в упаковку. Но я не думал, что сейчас по сих пор они их кладут. Я заказывал именно катушку. Ну, приятным сюрпризом вот это вот. Потому что, когда на старте он стоил 750 рублей, и как-то жаба душила за него такие деньги отдавать. А тут за 1000 катушка плюс Ice Light. Я считаю, как говорится, нормальным приобретением. Так что как-то оно вот так вышло. Я, ну, в принципе, я доволен. Катушка пойдет на розыгрыш. Ice Light я, конечно, извините, зажилю. Самому хочется. Так что, кому понравилось, я не знаю, ставьте, что хотите, я не буду выпрашивать. Просто хотелось бы, как говорится, набрать побольше просмотров. Давайте так скажем, ну, 20 тысяч просмотров, 1000 лайков, это, я считаю, немного по нашему времени. И я разыграю эту катушку на своем канале, как только наберется. Не буду там ставить, если за месяц наберу, тогда разыграю. Не наберу, не разыграю. Наберет 20 тысяч просмотров. Все, катушка пойдет в розыгрыш. А чтобы это произошло, ну, хотелось бы попросить вас сделать несколько вещей. Главное — это досмотреть видео до конца. Там уже ставьте лайки, дизлайки. И написать комментарии. Потому что сейчас на Ютубе такая политика, то, что у них просто так ничего. Вот многие люди там
нормальным раскрутившимся блогером, все такое, там лайк не глядя, потом посмотрю, не делайте этого. Потому что лайк не глядя, и он у вас через 3 дня, ваш этот лайк сгорит. Потому что система расценит это как бота и вот это все такое. Поэтому самое оптимальное, я даже не для себя говорю, а вот, вот хотите там какого-нибудь блогера поддержать или еще что-то, посмотрите видео до конца. Поставьте лайк, дизлайк, без разницы, потому что система видит то, что это реальный человек. Он ставит там дизлайки или лайки, уже система это замечает. И написать комментарий. Тогда это самое оптимальное, то, что видео, это сработают все эти ютубовские алгоритмы. Опять же, повторюсь, не надо сразу ставить лайки, потому что они моментально сгорают. Это сейчас слишком люди накручивают, поэтому и сделали эти... Много слишком сервисов по накручиванию. Там посмотри 40 секунд, заработай 1 копейку. Смешно аж. Вот из-за этого все это специально сделано. Ну и я не знаю, по желанию подписывайтесь на канал, потому что в моих планах продолжать. Все будет зависеть от вас. Будут, как говорится, обратная нормальная связь, нормальные просмотры. Я буду продолжать разыгрывать. Мне не жалко. Буду заказывать. Если очень хорошо получится даже и не заказывать, а можно что-то уже из оригиналов, там, воблера, какие-нибудь катушки. Ну, все, говорю, опять же, зависит все от просмотров, сколько заплатит YouTube. Опять же, я скрывать ничего не буду. Я вам говорю в открытую. Не как там это некоторые... Так что подписывайтесь, если хотите, потому что в дальнейшем розыгрыши еще, я надеюсь, будут. Ну, а если поделитесь где-нибудь там в соцсетях, это вообще вам большой плюс в карму, потому что в соцсетях сейчас больше, наверное, всяких просмотров, и люди там, не будем говорить, с каких сетей переходят и смотрят видосы, нежели у меня просмотров там на самом Ютубе. Канал небольшой. Там на данный момент 1200 с копейками человек. Вот решил я немножко, как говорится, им заняться. Канал уже давно, но как-то ни шатка, ни валка. Очень тяжело сейчас просто без вашей поддержки, без вашей помощи, зрителей, как-то куда-то пробиться. Ладненько, что-то я уже больше про канал, чем про саму катушку. Ну, вы знаете... Ну, если вот так на халяву, я бы не отказался. Понимаете, у нас, я не знаю, сколько процентов, какой процент именно людей действительно пользуются там оригиналами, дорогими катушками и все такое. У нас люди по сих пор не парятся, просто идут в соседний магазин, покупают какие-то наборы. Это, блин, какой-нибудь крокодил, блин, с коброй 460-й на самый худой конец. И с леской намотанной неизвестно какой. И на конце висит соска там, блин, с гитарой. С этим, с коромыслом. И люди не парятся и ловят на это. Так что, я считаю, как подарок, эта катушка вполне сойдет. А покупать ее или нет, это уже смотрите сами. Так что, на этом, наверное, я закончу. Много набалаболил. Еще раз, смотрите сами. Свое мнение высказал. Вот если таким набором вместе с iSlide, это вполне себе ничего. Одну так купить, ну, глядите сами. За такую цену что хотите. Плюс, тем более, это вы не у себя купили где, а доставка. Не надо сейчас, прошу, пожалуйста, никаких умников говорить, что бесплатная доставка. Бесплатная доставка не бывает. Это написано на сайте, что бесплатная доставка. Она уже все равно включена у вас в стоимость продукта. Так что... Думайте сами, 600 рублей iSlide. Не, ну он тоже, как говорится, если по номиналу взять, ну, может, он рублей 400 стоит. И сколько стоит катушка. Думайте сами, чего от нее можно ожидать. Ладно, что-то меня опять понесло. Всем удачи, не хвоста, не чешуи. Побыстрее бы весна. Погода не пойми, что творит. То, блин, плюс, то минус. Эти уже качели погодные достали. Крепитесь, люди, скоро лето. Ладно, всем спасибо за просмотр. Отдельно спасибо за тем, кто поставит лайки, подпишется и поделится этим видео в соцсетях. Не прощаемся, надеюсь, надолго. И надеюсь, что наши такие встречи, такие розыгрыши, как говорится, будут более регулярными. Всем пока!